Я всех приветствую. Я продолжаю проходить одиночные миссии перед Flashpoint Call War Crisis. Сегодня у нас будет миссия Командир. Довольно-таки масштабная уже миссия. Непростая. Нам доверяет роль командовать полным отрядом. И, в общем-то, нужно будет с помощью этого отряда организовать наступление, отразить атаку и так далее. Так, в общем-то, какие у нас есть распоряжения? 3 танка. Поэтому 6 первых бойцов у нас будут... То есть 5. 5 первых бойцов у нас будут свободными. Так, последний у нас будет с гранатометом. Последние 2, наверное. К мины. Так, оставить. Здесь это очень важная часть, так что ставить М16. Этим даем обычные винтовки. Самые обычные магазины. К этому уже можно кем сделать? Нет. М60. Отлично. М60. Замечательно, этот снайпер. Этот у нас будет с вот такой вот штучкой. Очень хорошо. Эти у нас гранатометчики. Отлично. Так, я еще кое-что забыл. У нас еще есть водитель и стрелок в М113, которым будут ездить наши остальные. То есть мы будем 3 танка и еще вместе с пехотой. Восьмой номер. Блин. Неудобно, конечно. Ладно. Немножко пожертвуем. Отлично, можешь посмотреть дневник. А мы начинаем миссию. Какие у нас главные? Надо пытаться прорваться. Сейчас немножечко. Отлично. Чуть-чуть по FPS повысили. Садимся на водителя и начинаем. Отлично. Можем видеть, как они рассаживаются. Остальные. Куда вы разбежались-то? И грузовики, я не думаю, что понадобится. Еще 9-й остался. Nine, board M113. Roger.
Так, мы, значит, помечаем 4, 3, 6, 5. Назначаем. Враги будут наступать, нам нужно просто отразить удар. М113 нам не нужно, потому что очень уязвимая. Потом кое-каком другом месте продемонстрируем. Силы водителем, чтобы наш стрелок уже сам все сделал. Там что ли? Ну ёпары, СТА. А. Убери ты ствол, ё-моё. О май гад. Неудобно, неудобно тут. Вот. Я вижу его. Это гранатометчик, давай. Да это вражина. Ёпарасы ты. Упс. Вперед. Что-то мне тут срочно понадобилось все-таки. Не знаю, как проходить эту миссию. Как-то нужно было не пропускать те два выстрела, тогда бы все нормально было. Five, Echo, Delta, 7, 2, man, 2.
Главное, чтоб не умерли. Потом уже посмотрим. Что-то говорить не получается много. Тут у нас очень серьезная миссия, я просто на пределе. Я вам буду излагать какие-то определенные действия, которые буду делать. Так-то. Солдат в рубашке родился. Видали, как я в него, на него влетел просто. Я еще, кстати, своих-то солдат я одел, а о себе-то не подумал. Ну блин, куда ты стрельнул? Блин. Давай. Наверняка чисто из-за этого сейчас не засчитываю. Так-то лучше. Все равно не засчитывает. Я вот что тут подумал. Мне нужен гранатомет, который есть. Вот он. Так, кажется, наша работа закончена, да. Боже мой. Все, все трофейное возьмем, отлично. В Лепорте. Так что у нас в Лепорте? Нам надо будет отстоять. Что мы с этим делаем? Сейчас мы приедем. Значит, и нужно 8-7 отправить в Лепорт. Блин, все-таки ему не повезло. Ну. Бывает. Много вооружений есть, это не те миссии, где там один гранатомет на всю сторону есть. Не думайте, мы так просто сейчас поедем в Лепорт. И тут-то было. Там, оказывается, наши коллеги умудрились поставить заграждения всякие. Где-то в этом районе. Причем так они неплохо спрятались. Видите, сколько кустов здесь. Я вижу, ты гранатометчик, убей его. Да ёп. Ты
Ах. Ай-яй-яй. Нет. Ну что за бред у меня, скажите? Что за бред наркомана? Ну они, конечно, конкретно. Дави, гада! Ах ты, тварь. Куда ты собрался? Боже, два раза попали. Слава богу, у нас тут. Слава богу, у нас просто броня у этого танка зашкаливающая. Поэтому мы на... Сколько там этих гранатометчиков? Не понимаю, откуда у них столько гранатометчиков? Замечательная физика. Это прекрасно, мы только что полетали. Летает он, конечно, хорошо, но разгоняться. Повернись. Так вот. Весь мой отряд, прошу заметить, ни одной потери, едет защищать Лепорт. Маленькую я вам дам совет. Расположить танки нужно вот на холмах. Когда танки на холмах, точнее вот здесь на холмах, они довольно-таки просто будут уничтожать противника. Особенно если вы будете говорить, кто там идет. Такая уж особенность ботов на танках, они вот хоть на, через всю карту, если вы помните, в Резистансе я так сделал. Так, то есть встаем и все. Ой, у меня ноги что-то тут. Не что-то не то у меня тут с ногами. Так. Начинаем располагаться. Палаточка, отлично. Еще, естественно, здесь нету. Нам только перевязочка. Ну что ты творишь, блин?
как-то не так. Да. Ну, враги очень быстро нахлынули. Но увидите то, что... Вот, например, вот это сейчас. Блин. Высаживаемся. Синий высаживаемся, главное. Синий. Синие. Ну-ка сюда. Блин, ну конечно, молодцы, взяли, тут уничтожили. Как видите, танковое наступление полностью отбито. Вот эти танки, они не могут против этих вообще ничего сделать, а мои они сразу, главное. Уничтожьте. Ой, ё-моё. Нет, не на... Не туда смотрите, а сюда. Отлично. В общем-то, пока что отбиваемся как можно... Лучшие позиции занимайте, какие вам удобнее для обороны. Да, ему ноги, похоже, отбило. Пойду-ка починю танк. Да. Полностью уничтожили пушку. Бывает такое. Ну, видали, сколько раз так попали, и еще не видел. Наверное, раз 5. Очень даже много. Да я понял, понял, ё-моё. Быстрее добирайся, да. Аптечки. Тишина. Надеюсь, это тишина перед бурей. Отлично. Ну и время сохранится. Что вы там забыли? Team Blue,
О-хо-хо. Вот это у нас там компания. Я ж немножечко так испачкал свои штаны. Бежим, короче. Лечись. Перевязка. Ты же медик, ты сам себя должен перевязывать. Ой, я у тебя зато полечусь. Да, пока ты полечишься, я у тебя полечусь, все нормально. Пока что смотрим. Да я видел, там, наверное, человек 10 было, так что нужно как минимум 10 человек убить. Пока что ничего не понятно. Неохотно, вот он. Смотри, как его оперативно-то положили. Только я увидел бинокль, и все, начинается. Еще один. Но он спрятался. Хочу посмотреть. Да, второй. Второй очень даже неплохо. Работает. Да-да-да, патрулируй. Сложи оружие, все нормально. Угрозы нету. Какие-то только они выходят, они уже получают. Здание пока что не засчитывается, будем ждать. Такую занозу пропустили. Сейчас я им подгоню.
Ай, куда? Прекрасно, прекрасно. Ох уж эти боты. Любят они какую-нибудь фигню сделать. Есть какой-то гранатомётчик. Пока что ничего не происходит. Пять убили. Неохотно не уходят. Как где-нибудь там шкирится. Мне, конечно, интересно наблюдать, как вы уничтожаете их, но нужно как-то миссию проходить. Молодец. Ё-моё, сколько их там? Я не понимаю, что за фигня? Они просто сидят, ничего не делают. Вот это кто? Ну слава богу. Что это за ползки? Я не понимаю, ну что это за ползки? Так, пока они пусть пешочком идут, а мы соберем наши танки и поедем. Все. Ну, один ранен, но думаю, переживем. Two,
Да не, нет. Как там их встать лечь? Вот как-то он, как он смотрел, скажите. Ах, я думаю, чего нету, оказывается, тут немножечко. Все вот так вот. Ну что ж, пойдемте. Можем на гору залезть, в принципе. Можно оставить. Можно оставить здесь, в принципе. Пытаемся обнаружить. Не надо стоять. Нужно двигаться. Финальная часть миссии, в общем-то, у нас. Едем накрывать врага. Как всегда, мой отряд не хочет хорошо. Прям как я ехать. Что-то я заметил. Наверное, тут нечистые силы гуляют. Какой-нибудь блокпост, я точно не помню. Ага, там какая-то база у нас. Это у нас там база. Немножечко так, обходик небольшой. Расстреливать. Да, любят они вот так вот стрелять, конечно. Боже, второй, ты дебил, потому что...
Смотри, как нужно стрелять. Оп, оп. Вот и все, не нужно 1000 патронов тратить. Ой, прекрасно. Откуда? Ладно, второй, садись. Черт. Давай. Пока ты тут не мог убить чувака за пулеметом, мы тут уже потеряли, блин, БМП. И один танк мы потеряли. Это капец, друзья. Господи, я ненавижу вот этих стрелков. Ненавижу. Хоть что-то. Все, отлично. Без моей помощи обойтись нельзя. Да ёб! Шкин-кот! Так. Эх, жаль, конечно. Второй, ты меня, конечно, сильно разочаровал. Да не... О, ненавижу. Ненавижу. Сейчас попробуем больше на себя рассчитать. Но эти боты, ну, какие рамки есть, ну, видели, он не мог попасть с пулемета. Ну, тут где-то прицел чуть ниже, ну, чё ты. Поехали. Кто это у нас там? Надеюсь, кто-нибудь-то умер. Три. Это по-твоему быстро? Май гад. Это по-твоему быстрая скорость?
Гранатометчик. Хорошо, что мы его сейчас уничтожили. Вот так вот аккуратненько будем идти. Попадаем. Другой, откуда же попали? Это тут мы, значит. Грамотно двигаясь, мы всех уничтожим. Ну, замечательно. Как только взял ответственность на себя, сразу же. Блин. Ладно, едь. Всегда не, тут не самый подходящий момент, я их вижу. Боже. Вот так мы их. Все, осталось только зачистить. Да, вот бы можно было. И управлять, и стрелять одновременно. Это было бы так хорошо. Это все моя работа. Где-то еще один спрятался, и миссия завершена. Вот ты где. Все. Еще кто-то, да. Нет, миссия как раз таки выполнена. Ох, да. Вообще на этих ботов полагаться нельзя, ничего не могут. Зато ни одной потери, прошу заметить, ни одной.